У 2019 годе у Беларуси планируется побудовать свыше 10 тысяч квартир для шмадетных семей. У Гомельской области поставлена задача полепшить жилевые умовы для 1700 семей, которые выховывают троих и более детей. Однако по разликах лишь не кончатковая и планы могут быть перевыкананы. Об этом поведомила первый наместник старшини комитета по архитектуре и будаунитстве Гомельского облвыканкама Ольга Кузнецова под час проведения прямой телефонной линии. Подробности у сюжете Евгений Кухаронок. Сегодня у Гомельской области на черзе на поляпшение жилевых умов стоит 5210 шмадетных семьев. Это у тым лику и те, кто зараз будует новые кватеры и приватные дамы. Як только процесс будет завершен, их снимут с черги. Задание на бягучий год – допомогчи еще 1700 шмадетным семьям. В текущем году задание доведено Гомельской области 1704 многодетных семей, но мы планируем из тех объемов лимитов финансирования, которые есть, это будет 2500 многодетных семей, которые позволят улучшить все жилищные условия. Непосредственно у Гомеля проживают 1500 шмадетных семей, у яким потребуется больше просторная жилплощадь. 900 из них будуются, 600 чекают черги и подходящего варианта. До прикладу, в Советском районе еще на этапе подачи документов пропонуются одна- и двухпокоевые квартиры. Однако жадающих не находят. Что тычется индивидуального жилевого будовництва, то у Гомельском районе предоставляется земля на территории 18 сельсоветов. У областном центре две пропановы – Романовичи и таунхаусы на улице Бакунина. В настоящее время начинается строительство 6 сблокированных таунхаусов по улице Бакунина. Они будут предложены не только многодетным семьям, но любым гражданам, состоящим на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий для покупки. Также, в принципе, любой гражданин не только из категории нуждающихся может обратиться в нашу организацию, имея земельный участок, и мы построим ему по его желанию практически любой дом. У нас в настоящее время более 15 планировочных решений на любой вкус. Усяго у планах на 2019 год побудовать у регионе и увести в эксплуатацию больше як 475 тысяч квадратных метров жилевой площади. Евгений Кухаронок, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».